Бийский планетарий. После ремонта и переоснащения оборудования посещать мероприятия под куполом горожанам будет намного удобнее и комфортнее. Сейчас коллектив планетария готовится к началу нового учебного года. Новшеством станет вступление в программу «Пушкинская карта». Каждый год мы что-то готовим новое для наших посетителей, для наших воспитанников. Учреждение не стоит на месте. Это, конечно, мы будем работать по Пушкинской карте. Для удобства мы тоже приобрели оборудование и будем ждать, когда к нам придет молодежь. В этом году баланс карты насчитывает 5000 рублей. На эту сумму молодые люди от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать интересные мероприятия. В Наукограде в проекте уже принимают участие драматический театр, кинотеатры, краеведческий музей. И вот теперь присоединился планетарий. Для оформления Пушкинской карты нужно пройти регистрацию на госуслугах. Дальше они потом заходят на сайт, вот, допустим, на наш сайт заходят они, смотрят, какие у нас проходят события, это теперь так называется. И мы через городские зрелищные кассы работаем. Они могут онлайн приобрести вот эти вот электронные билеты и с этими электронными билетами прийти к нам, показать и уже уверенно и, так сказать, что надежно они пройдут и посетят наши мероприятия. А посетить здесь есть что. Особенно интересно и познавательно это будет тем, кто увлечен астрономией. В частности, можно посетить не только лекции, но и посмотреть полнокупольные фильмы и побывать на игровых площадках виртуальной реальности. Алена Кисеева, Андрей Сигаев, «Будни».